Теперь я обращаюсь. Корову грабят. Как я раньше возмущался, у меня давление скакало. А сейчас давление наоборот. Если у меня сейчас часто есть причины, что очень плохое настроение, очень. Их так много. Мы в таком страшном мире живем. Вот. Это с утра до вечера, это только можно говорить об этом. И больше ни о чем. И вдруг мне становится весело. Итак, моя фотография с моего сайта. Вот. 100% моя. А у этот, Алексей Виноградов. Вы же умеете это. Я до сих пор не знаю как. Вот. С какого этого снято самого фотоаппарата? Какой год, какой месяц, день? Чуть ли не час. Все это вы знаете. То есть, кто бы сомневался, что на моя. Теперь, я поприкалываюсь, потому что тут будут хорошие примеры. Но я хочу, чтобы новички появляются на моих вебинарах. Вот. Чтобы они не попадались. Вы понимаете, как я убеждал. Сижу в больнице, рядом женщина. А, Константин Валерьевич, это же вы все. А я выписала в этом самом Беккере и жду. Я говорю, вы с ума сошли, вы это, что вы натворили? Можете отказаться. Вот так посмотрел, я никогда не преувеличиваю, никогда не выдумываю. У меня столько сюжетов, тысячи, помните, я сколько уже рассказал? Посмотрел мечтательно. Да вы правы, конечно, конечно, обманут. И все равно хочется. И вот когда вот я написал, корову грабят, я это со смехом пишу. Итак, персик хасанский вдруг стал персиком сибиряк. Ладно. Вот. Ну, садовник. Вы знаете, если сюда нажму, он же тут, да? Правильно, выскочит вот это вот. Это же не я, это я копировал вот так. Смотрим. Он. Вот. Я тогда взял и все-таки нажал на кнопочку и попал вот сюда. Вот. И теперь смотрите, здесь очень много голубика. Это такая ценнейшая вещь. Где вы ее найдете, кроме как в глухой тайге? Разбежались. Ценнейшая вещь, конечно. Вот. Все это ценнейшее. А как я им поверю, если вот эту фотографию мне украли? И теперь ничему этому, друзья, верить нельзя. Этому. Ну, декоративно. О, это другое дело. Для меня это сорняки, я даже останавливаться не буду. Вот. Даже цветы для меня сорняки, раскушать их нельзя. Вот. И вот, смотрите, я с одним рассчитаюсь полностью. Помните мои слова? Оставьте в покое мои фотографии. Хотя бы с их помощью не обманывайте людей. Тысячи, миллионы. Дошел до слова колоновидные. Видите? А колоновидных деревьев, кроме яблонь, на свете не существует ни одного. Ну, значит, они их создали. Вот, Лера, представляете, вот во всем планете нет, и вдруг, оказывается, создали, наверное, уже там это, ждут Нобелевскую премию, потому что их же не бывает. Не может штамп плодоносить, вот штамп. Ну, год-два, пока каждое дерево привитое, это боковая, насильно выпрямленная, насильно нами, в наглую. Это издевательство дикое, когда мы на подвой садим, и делаем ее, коли вбиваем она туда, она вот, я вам покажу такие еще. И туда, она теперь туда, выпрямили насильно. А она еще год-два, она ж боковая, она и дает плоды. А с ней сделали штамп, а дальше все, извините. И нет таких, которые это, то, что мы называем спорами и прочими, вот. Это только для того, чтобы обмануть людей. Почему? Кто-то скажет, у меня аж 3 года плодоносило. А я скажу, а урожай средний, какие? Он разведет руками, скажет, на второй год хуже, на третий еще хуже, на четвертый ничего нет. Почему? И сразу говорю, это учеба. Я каждый раз под другим углом. Колонна – это самое извращенное из деревьев. Почему? Потому что они, кроме прочего, как бы неправедным флером окутаны. Не бывает много яблок, мало листьев. Не бывает в принципе в природе такого. Это, я повторяюсь, извините, это солнечный лист, солнечная батарея. Солнечная. Нету солнечной батареи, не будет плодов. Если какой-то год, а мы же как? Мы не просто выпрямили веточку. Мы ее
отрезали, черенок выбрали, мы ее вживили. Она собирается помирать и быстрее, пока жива, дать плоды. Ах, как много, год-два. Дальше опять кукиш показать, дальше нету. Но это уже никого не волнует. Почему? Потому что они же это рисуют их. Так, и вспоминаем мои хорошие, прекрасные, те же груши, они просто это, локоть рук. И вот получается, колновидок нет, и вот сейчас я, а они же украли, украли. Я сейчас спрашиваю, эй, вы, как вас там? Ну ладно, не будем. Это их 1,5-2 сотни уже таких, вот, одни больше, одни меньше. Итак, я все-таки решил рассчитаться до конца. Нажимаю на колновидку. Я увижу сейчас что-то новое. Нет, что вы. Колновидный абрикос. Вот. Я не говорю, что он мой. Но я таких фотографий в сотню. Но никогда не зову колонны. Вот. Вот это я вам рассказывал. Помните, я вам показывал, тут их на самом деле три груши. Они их вырезали одну. Так? Вспоминаем. Вот. Мы это проходили. Что они нарисованы. Веточка вот сюда. Вспоминаем прошлый вебинар. И веточка сюда. На соседнем перевернуто вот так. Ну, как сказать? Перевернуто. Ну, в общем, вот так как-то не умудряется. И теперь эта веточка там, другая там. И нормальный человек не поймет. А мы с вами это проходили, вспоминайте. Тут их три. Вот. И все они из одного фрагмента сделаны. Вот. То есть, налицо весна-осень. О нас, о вас. Весна-осень. Так. Саженцы колонны яблок. Налицо. Мошенническая 100% фирма, у которой нет ни одной колонны. Во-первых, потому что это нарисовано. Чтобы мы проходили подробно. Так. Все. А вот этот вот откуда? Колоновидный персик. Я его знаю уже лет 10, потому что мне прислала фирма Бекер. Мне в наглую прислала эту. Еще бумажный был. Еще этот самый. Цветная фотография. А на фотографии был вот этот нарисован этот персик. Вот. Я даже не буду сейчас нажимать, чтобы сказать, откуда он. Ну, в общем, все. Вы поняли. Ну, это еще вроде бы все, но вроде не все. Почему? Розы не будем смотреть, клубнику не будем. Дерево малина. Новую моду взяли, новое вранье. Покажите мне это дерево. А где-то надергали фотографии, да? Где дерево? Малина двухлетняя или однолетняя? Или ремонтантная, или обычная двухлетняя. Где дерево? Опять Нобелевская премия пахнет. Галактика. Фу. Вот. Подлость заключается в том, что никто никогда не видел ни одного дерева. Ладно. Малину увидели. Мошенники. А дальше я вот смотрите, я все это могу открыть, и вы много там увидите. Все это с интернета. Переворовано. Я остановился только на персиках. Почему? Смотрите. Персик, персик, персик. Красивая. Ну, вы уже поняли, все с интернета. С интернета. О! Узнали? Теперь я с вами делаю вот такую штуку. Вот. Сейчас, если, смотрите, здесь уже перекопировано, я так не могу. Похоже найти. Я посмотрю, если я не стер случайно. Персик. Ой, жаль, если я его это. Так. Тут сильно много их было. Видите, сколько тем интересных. В общем, если вы возьмете, сейчас я вам, а может быть, я скопировал уже. Ну-ка, 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 посмотрим. Опять, в общем, вы убедились на примере моего персика. Только он теперь сибиряк. Посмотрим, может, я скопировал. В общем, все это вранье, и никаких персиков у них нету. Уже ясно. А, вот, скопировал. Сайты, где встречается изображение. Видите? Итак, его назвали Сибиряк. Мой, подчеркиваю. Сроду им не был. Садовнику. Сибиряк. Они уже это... Уже пошло новое, это самое название уже пошло в ходу. Опять Сибиряк. И уже в это... В Казахстане. Получается, в Казахстане вроде бы там в Алматы. Это же юг Казахстана. Там должны быть свои персики. Зачем было уже фотографию-то вот эту воровать? Скажите мне на милость. А?
А вот это по-честному, лакмус стика долматова. Это наш общий друг с Латинковым. Вот. Наш, так сказать, узкий круг. Вот. И вот лакмус стика. А фотография уже с этого самого, с сайта, или как он называется, взята моя, но тут, извините, уже дружеская. Это не обман. Почему? Внимание. Фотографии сделаны в саду Железа. Вот это, друзья. Вот. Кукуруза Добрыня. Как она сюда попала, кукуруза? Опять сибиряк. Еще один, видите, еще один этот самый. Уже опять сибиряк. Меня дальше удивляет, что в Крыму что? Не могли ни одной фотографии своей сделать? Как получается? У меня давно подозрение, что так как я не нахожу на крымских питомниках их же садов, мне остается одно подозревать, что даже крымские умудряются где-то в Польше или где-то там еще более южных мест купить, а потом по всей стране рассылать нам на горе. О, крымские персики. Лучшая самоплодная, внимание, продача, вот, еще один сайт. Лучшая самоплодная морозостойчивая сорта персика выращиваем в России. Ну, фотография, правда, в России. Вот сейчас только нажмите сюда, лапши навешивают. И опять крымские персики. Вот так вот. Еще один вред. Железо воспоминания о будущем, обзорная лекция. Это уже мое. Вот, и это мое. И еще раз посмотрели. Попробуйте сказать, что это совпадение. Все, я разобрался с этой фирмой.